Всем привет! С вами снова я, Юсупова Екатерина, руководитель детской студии мультипликации «Аниматика». Наши фоны и герои, которые мы создавали на прошлых занятиях, готовы. Поэтому приступаем к следующему этапу. Это покадровая съемка нашего мультфильма. Для этого нам понадобится установка и фотоаппарат. А дома вы легко сможете отснять свой мультик при помощи обычного телефона и штатива. Итак, начинаем! Сцены фотографируются покадрово. После каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения. Например, изменяется положение героя. При воспроизведении полученной последовательности кадров возникает иллюзия движения объектов. Посмотрите, что получилось. Когда все сцены мультика будут отсняты, переходим к самому любимому этапу – это озвучивание наших героев. А как правильно подобрать музыку и качественно записать голоса наших персонажей, вы узнаете в следующем видеозанятии. До встречи через неделю!